В Уральском государственном военно-историческом музее открылась выставка «Победитель», посвященная 110-летию со дня рождения легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Личность и судьба разведчика-самородка и по сей день остается загадкой и вызывает у каждого исследователя множество вопросов. На площадке музея можно увидеть уникальные экспонаты, связанные с легендарным разведчиком, а сам проект предлагает посетителю ощутить себя настоящим исследователем, собирая по крупицам факты о засекреченном агенте. Зрителю представлена интерактивная инсталляция, включающая в себя исторические справки, архивные документы и рассекреченные фото и видеохроники. Выставка продлится до 24 октября 2021 года.